Вітаю, шановні телеглядачі, як завжди у цій порі програма «Це вас хвилює». Сьогодні будемо говорити на дуже важливу і цікаву тему для вас. Це нова філософія для батьків. Що це та з чим цю, власне, нову філософію їдять, розкаже наш сьогоднішній гість. Це Ольга Алексєєнка, психолог, психотерапевт. Здравствуйте. Вітаю вас, Оля. Ну що ж, розкажіть, що це таке? Нова філософія, да ще для родителей. Я хочу познакомить вот сегодняшней передачи с некоторыми шагами в новой философии воспитания для детей. То есть, что если старые методы не действуют у нас, потому что вот самое важное в отношениях родителей и детей – это ребенок, и чтобы он стал самостоятельной личностью в будущем. Да, потому что обычно… Вот когда услышат даже саму формулировку «новая философия», какие-то скептики могут сказать: «Да ладно, какая новая философия? Старая, вот мы выросли, и все нормально с нами было». Действительно ли нужна она сейчас? Да, конечно, потому что вот вы прекрасно понимаете, что у кого есть дети, жизнь с детьми – это непросто, да? Каждый день… Нам бы вот хотелось бы какие-то овладеть безотказным методом воспитания, чтобы дети нас слушались, подчинялись нам, выполняли все наши приказы. И поэтому, понимаете, родительское ремесло предполагает каждодневный труд, каждодневные изменения каких-то условий, потому что дети растут, и нам приходится приспосабливаться к этим новым условиям в жизни вместе с детьми. Нужно понимать, что как бы, ребенок – это не твоя собственность, но вот самая большая проблема, вот, когда общаешься с мамочками, они почему-то думают, что ребенок – это вот как ручек, это моя вещь. На самом деле это человек. Личность. Да. В первую очередь это личность. Как же жить? И с ребенком. Странно и парадоксально этот вопрос. Получается, что вот в повседневной жизни где-то ученые доказали, что 80% в общении родителей с детьми – это запреты и указания. Ты сложил портфель? Давай быстрее в школу. Там, давай быстрее кушать. Пошли там гулять. Вот, понимаете, это все выполняется в приказном тоне. Но главное здесь… Но самое интересное, что вот приказы, они не делают, вот и дисциплинарные такие замечания, они не делают ребенка дисциплинированным. То есть ребенку нужен не приказы, а конструктивные какие-то решения для этого. То есть мы должны ему давать решения, которые помогают ему стать личностью. Вот на конкретном каком-то случае, чтобы наши телезрители поняли. А мы чуть-чуть попозже разберем, ага, сейчас, хорошо, да, поиграем отлично. Карты. Да. Да, хорошо, замечательно. А как помочь ребенку быть самим собой? Вот знаете, сейчас очень модно, и вот куда ни зайдешь, какую-то там социальную сеть, везде посты идут. Быть самим собой, просто быть самим собой, там, ленивым, каким угодно, принимай себя и будь самим собой. Вот как ребенку помочь? Бывает так несколько ситуаций, да, родители или все разрешают ребенку, то есть боясь потерять его любовь, или все запрещают. Но эти ситуации, как бы не парадоксально звучали, они очень действуют на ребенка, понимаете, он находится в растерянности, он не знает, что делать, у него не окрепла психика, у него не окреп мозг, даже у подростков, да, они не знают, как поступить с родителями, особенно тогда, когда мы там или устали, или что-то нам нужно делать, то есть мы, получается, воспитываем наших детей в ходе какой-то своей жизни. Да, получается? Параллельно. Параллельно, да. И что нужно сделать? Нужно, вот дети нуждаются в разрешениях, но в разрешениях разумных. То есть и разрешения эти должен давать родитель разумно и авторитетно. То есть у ребенка не должно сложиться чувство вседозволенности. И вы говорили, вот, да, что как-то… Мамочки считают, что это ребенок его собственность. А это уже действуют стереотипы нашего воспитания, как нас воспитывали родители и как у нас заложена эта программа воспитания. То есть, если нас в строгости держали, да, знаете, так в ежовых рукавицах, а мы ребенку разрешаем как бы быть самим собой, но все равно подспудно, запрограммированно мы будем действовать бессознательно вот этих таких вот в ежовых рукавицах с ребенком. А что же делать?
Тут же, получается, надо начинать с самого себя. Да, то есть даже вот эти шаги, которые мы будем рассматривать, да, и примеры из жизни, они помогут нам выявить наши стереотипы, наши какие-то проблемы в нашем поведении, в нашем воспитании, когда нас воспитывали. Оля, знаете, еще такой момент, когда ты позволяешь ребенку, допустим, просто бегать. Обычно бабушка, которая сидит, ну, стандартная ситуация, она начинает, ну, не кричать, а восклицать: «Ой, боже, он сейчас упадет!» Хотя, даже если он упадет, в принципе, ничего страшного-то не случится, он-то упадет. Вот взаимодействие между поколениями, получается, воспитателями бабушки и родителей молодые, это довольно сложно иногда объяснить. То получается, ты психолог и здесь, и для себя, и еще для своих родителей. Да, но здесь нужно, конечно, искать золотую середину, потому что ребенку нужно упасть, нужно набить свои шишки, нужно разбитые коленки, нужно вымазаться в грязи. Это ребенок должен пройти. Еще один такой наблюдательный момент. Это меня поразило просто. Мы занимались с моим маленьким сыном в детской группе. Школа развития, там годик, 2 года. И приходила мамочка со своей девочкой. Девочка делала все по команде. Мама этим очень гордилась. То есть девочку посадили, сказали: играй. Она играет. В это время, когда все дети балованные, ну как это мама говорила, балованные и непослушные, у нее очень хорошая девочка, которую вот посадили, она играет. Вот. Надо пойти на горшок, вот сказали ей, она не будет ли это потом дальше в жизни, что человек будет просто безвольным и не легко можно будет манипулировать. Правильно, правильно. Человек вырастет безвольным, он будет только ориентироваться на какие-то конкретные указания. Здесь получается, что мамочка, вот эта мамочка из вашего примера, она не развивает в ребенке личность, не развивает быть самим собой, не дает правильные рамки действия по законам, по правилам. Нам это тоже будет нужно, да, понимаете, чтобы расти в нашем обществе, нам нужно соблюдать будет какие-то правила. Потому что ответственность. Да, есть ответственность. И она действительно будет безответственным человеком. Она не сможет взять ответственность на себя и, ну, и быть ответственным в жизни. Прежде всего, за самого себя. Да, вот такой. Так что, уважаемые зрители, давайте... Давайте попробуем, поиграем в карты. Да, давайте попробуем. Вам нужно... Взять какой-то любой, да, листочек. Возьму эту. Итак, стремитесь к физическому контакту. Мне читать ситуацию. Давайте я прочитаю, да, ситуацию. Да. А мы будем с вами беседовать, да? Да. Мне очень нравится вот этот как бы шаг — стремиться к физическому контакту. Тут даже есть одно практическое упражнение, которое я бы советовала сделать родителям, ну, чуть о нем чуть попозже, со своими детьми. Вот не один раз, а несколько раз. Ситуация. Он отвечает сухо, выглядит возбужденным, и вы не знаете, с какого боку к ребенку подойти. Обычная ваша реакция. Что вы делаете? Я бы его сказала: подойди ко мне, обняла, наверное, дала что-нибудь повкусненькое, чтобы как-то расположиться, потому что это всегда работает, неважно, сколько тебе лет, что-то вкусненькое, а потом бы начала спрашивать какие-то отвлеченные вопросы, там, какая погода, что ты видел, и если бы я почувствовала, что вот, как бы перешла, вот, как твое настроение, что ты чувствуешь, как-то так. Хорошо. Ну, вкусненько обязательно. Обязательно. Но это, наверное, ваша фишка. Да, по мне видно, я люблю кушать. Обычная реакция, да? Когда портятся отношения с ребенком, разговаривать уже невозможно, и поэтому нас тянет, вот обычно взрослых, любой ценой подчинить себе ребенка. То есть силой заставить его так вести, так, как нам хочется. А что происходит, да? Вот бывает... Тогда запутавшийся ребенок, он в своей проблеме, у него уже могут быть несколько проблем, и мы не знаем, что и как происходит, да, с нашими детьми. Он еще больше чувствует себя одиноким и непонятным, да, для родителей. Его родители не могут понять. Он понимает, почему его заставляют делать то-то и то-то, или какие-то просьбы или указания заставляют делать. Он не может разобраться в себе. Что цель вот этого момента в таких ситуациях? Это восстановить отношения, помочь ребенку отправиться от пережитого и, то есть, найти ту причину, с которого это все начались эти проблемы, да?
Как, что мы должны сделать? Как помочь ребенку выбраться из этого порочного круга? Правильно вы сказали. Практическая рекомендация, да, даже. Дотрагиваться до него. Дотрагиваться до него. То есть дать ему руку, прижать к себе, вместе посмотреть телевизор. Самое, что интересное, физический контакт, он ободряет, успокаивает сердцебиение, замедляет сердечный ритм. И вы поймете, что за несколько дней вот его внутренний мир восстановится. То есть и новая установка в этой ситуации должна быть, если у родителей такая вот ситуация произошла с детьми, они не идут на контакт, пользоваться любой возможностью для установки физического контакта. Еще очень такое вот упражнение, именно практическое. Сядьте с ребенком посмотреть вот какую-то телепередачу. Или просто прижмите его к себе и вдыхайте воздух через ребенка в ваши легкие. Это как? Вот я сижу посреди. Прижмите ребенка, смотря сколько лет ребенку, да, если он маленький, то можно полностью его прижать к себе, если он уже подросток, просто обнять, да, там посидеть рядышком, да, и прижмитесь к нему, и как бы воздух должен со стороны идти через него и проходить к вам в легкие, и выходить через вас. То есть вы почувствуете эту взаимосвязь с ребенком. Вот вы попробуете сделать вот так вот несколько дней, и вы посмотрите, как и вы успокоились, и ваш ребенок успокоился. Это такое упражнение, мне уже хочется попробовать. Попробуйте обязательно. Но здесь есть такая подсказка. Да? Класть руку на голову или на плечо не рекомендуется, потому что это как бы вызывает такое высокомерное отношение к ребенку. То есть и вот это упражнение тоже поможет еще раз преодолеть ваши сомнения. Вообще дыхательные упражнения помогают расслабиться и взбодриться. Такая йога, родительская мини-йога. Да. Хорошо, давайте. Отлично, это замечательный совет. Думаю, для наших телезрителей было полезно, мне точно полезно. Так, еще один. Итак, достаем. Не спешите поздравлять, как ни парадоксально это вообще звучит. Не спешите поздравлять. Давайте, мне уже очень интересно. Да. Ситуация. Ребенок, вот, ну, школьник, да, там возьмем, да, ребенок приходит домой и кричит, сияет от гордости. Папа, мне сегодня поставили 12, и еще 12, и еще 12. Ты представляете, ваша реакция? Я спрошу, за что поставили? И, конечно же, начну его поздравлять, скажу, что я тобой очень горжусь. Что ты молодец. И знаете, ваша ошибка главная? Какая? Вы здесь выступаете в роли судьи. Судьи, потому что я спросила. Арбитр. Арбитра, да. То есть вы сказали, молодец, за что, там это. Вы уже выступили в роли судьи, да? Как у меня спрашивали родители, как и я. Вот. Почему и новая философия? Будем менять. Или мы знаете, что произносят родители? Можешь же, когда захочешь. А, да, это есть такое. Мне так тоже всегда говорили. Да. И что получается? Что ребенок этим самым он чувствует себя униженным. Как ни парадоксально, да? То есть он должен стараться получать эти 12 баллов, чтобы соответствовать нормами ожидания родителей, а не себя. А что же надо делать? Ага. А как быть правильно? Значит, что нужно? В этой ситуации нужно помочь ребенку обрести уверенность в себе. Дело в том, что поздравления не затрагивают такой вот, есть в мозгу система, сигнальная система вознаграждения, которую включает вот вознаграждение радость и гордость. Вы должны его спросить, что он чувствует при этом. То есть эмоции спросите. Эмоции, правильно, эмоции, чувства ребенка. То есть и о своей радости вы должны то есть, говорить тогда, когда он выскажется. Понимаете? И что ваша новая установка вот в этой ситуации? Слушайте, то есть и выражайте его чувства. То есть он должен... Я вижу, ты и правда доволен. То есть, получается, на первое место мы сейчас выносим не свое суждение, а его эмоции. Его эмоции, эмоции, чувства, его переживания. То есть он должен освоиться со своей гордостью и вот радостью, и он должен почувствовать, что это он сделал, я это сделал. Понимаете? Вот что. И еще, если ребенок молчит в этой ситуации, задавайте ему прямые вопросы. Что ты почувствовал? Что для тебя это значит? То есть, чтобы он мог отвечать «я»,
я? Что ты, чем ты больше всего такие гордишься? Такие вопросы, что для тебя это значит, очень редко вообще услышишь от кого-то. Да. То есть, обычно спрашивают, когда... за что? Поздравляю, молодец, круто, классно. А вот что ты чувствуешь, и что для... это очень редко. Оценка. Понимаете, да. Мы дали ребенку оценку. Значит, он может быть и хуже, и лучше. А чтобы вас не разочаровать, да, он будет себя всегда... Классно, мама меня похвалила. Нужна похвала, да, но только после того, как ребенок выскажет какие-то свои эмоции. Понимаете? Может, это ему классно. Я посидел до ночи, выучила эти уроки. И вот получил я за это хорошие оценки. Я горд собой. Я горд собой. То есть тогда мы даем уверенность себе, что ребенок может справиться с как в любой жизненной проблемой. В будущем. Да, замечательно. Вот я для себя открыла что-то новое. Давайте. Печенька здесь не прошло. Печенька потом. Потом. Потом, да. Когда он прочувствует, что это. Ну, рады вы. Ну, а я-то кто? Я ребенок. Да, 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 конечно, тут безусловно. Так, еще одно вытаскиваю. Покажите конструктивное русло, как звучит так серьезно. Да. Такая следующий шаг, да, или такая следующая установочка. Покажите конструктивное русло, да, или русло, правильно. Ситуация. Садясь за праздничный стол, ребенок накидывается на все вкусности, там вот такие вот бывают, особенно маленькие дети, уплетает за обе щеки и не думая о гостях. Что мы делаем? А что мы делаем? Мы говорим, что мне неприятно видеть, когда дети... Так, сразу... Но это мы сейчас рассуждаем. Обычно что мы? Ругаем его. Конечно, да? За что ты делаешь? Кричим. Что происходит с нашим ребенком? Мозг не фиксирует наше отрицательное, то, что нам дается. Не думайте о жирафе. Да, конечно, я теперь уже только о жирафе и думаю. То есть всякий запрет сформулированный, отрицание, привлекает сам объект отрицания, угу. Понятно? То есть мы должны что делать? Помочь ребенку использовать его энергию в мирных целях. Почему он, приходя в гости или садясь за праздничный стол, начинает поглощать все? У него есть нереализованные какие-то эмоциональные, физические вот нагрузки, которые он не может реализовать где-то. Что мы должны делать, направить ребенку? В этом случае где-то его направить в какую-то цель, миссию, да, дать ему достойную задачу, помочь найти эту цель. Это может быть все, что угодно. Тоже вот пересадка растений, там где-то археология, история, какие-то заниматься какими-то, понимаете, изысканиями. Но то есть направить ребенок, иную энергию. Если мы в гости, ребенок начнет себя так вести, сразу же начнут родителям говорить, какой у вас невоспитанный ребенок. Да, да, да. Начнут говорить, что невоспитанный ребенок. Хорошо, давайте тогда разберемся, как мы можем в этом... Разрулить. Да, разрулить ситуацию. То есть здесь должна быть новая установка. Задавайте направление, показывайте цель. Что мы можем сказать ребенку? Давай предложим мясо, там, лимоны, оливки гостям. То есть направим его энергию в другое русло, но конструктивное, да, получается. Он не будет набрасываться на еду, но будет что-то, может, сделать сам. Ему поставлена задача сделать это самому, да. Или давайте угостим маленьких там. Нет, можете сказать и нет, да. То есть сначала он может и сказать нет, особенно когда это вот слушают нас сейчас родители подростков, если они 15 лет воспитывали так, и сразу переходите к другому, ну, конечно, какой-то воспитанию. Естественно, что. То есть, ну, здесь нужно постоянство, да, я так понимаю. Постоянство. То есть, если ребенок сначала не идет на какие-то вот новые меры, все равно нужно пробовать, не бояться совершать ошибки в этом направлении. И то есть здесь что? Мы, когда приучаем ребенка думать о других, то есть мы и сами меньше нервничаем. Лучше гордиться за ребенком, да, о ребенке своем, чем его вот слушать, какой у вас ребенок плохой. Да, это точно. И небольшой уточняющий вопрос перед тем, как мы следующим фант, так сказать, тянуть. Скажите, воспитание ребенка — это процесс до какого возраста? Вот
Я там слышала разные цифры. Вот, например, что если вот до 13-14 ты вот не воспитала его, то все, он уже, это сформулированная личность, уже ничего не поможет. Нет, нет? Корректировать всегда можно ребенка. То есть даже подростковый возраст или юношеский возраст корректировать здесь можно всегда. Вообще воспитание наших детей – это процесс, можно сказать, от зачатия до... До. То есть нужно правильно, как бы, да, приходить в этот процесс воспитания и проходить его. Даже если ребенок наш уже вырос, да, у него свои дети, все равно мы как-то воздействуем на него, все равно как-то воспитываем, да, подсказываем с нашим жизненным опытом, что и как должно происходить в жизни, да, если у него даже есть свои уже дети. Вот здесь мы должны быть... что я говорила в начале передачи, искать золотую середину. Но ребенка можно воспитывать и в 18 лет, поверьте мне, это можно сделать. То есть нужно найти какие-то правильные пути, направления, корректировки воспитания ребенка. Да? Как в народе говорят, что детей нужно воспитывать тогда, когда они лежат поперек кровати, а не вдоль, да? То есть, и даже еще, как бы, когда он в утробе у вас. То есть вы должны осознанно принять эту роль родительства и постоянно совершенствоваться вместе с ним. Не бояться ни удач, ни падений. То есть в процессе жизни с ребенком мы совершенствуемся и сами. Отличные золотые слова. Так, и у нас осталось немножко времени, буквально 4 минуты. Я думаю, как раз еще один вопрос мы можем рассмотреть. Итак, как ни странно, не отвечайте на вопросы. Казалось бы, как это, если ребенок тебе постоянно задает вопросы? Мама, почему? Почему? Где? Объясните. Да. Ситуацию и как с нее выйти. Почему я должен ходить в школу? Ситуацию. Почему я всегда решение принимаете именно вы? Потому подросток. Что так надо. Вот потому так что надо. Мы лучше знаем, у нас больше опыта. Что делали наши родители? Наши родители, ну, в основном, я не говорю не всех, да, иногда редко отвечали, иногда очень часто отвечали, да, или мы считаем своим долгом ответить за ребенка на какой-то вопрос, да, но всегда ли вопрос требует ответа? Конечно, всегда. Ну, сразу же все скажут, конечно, если есть вопрос, должен быть ответ. Он получит этот ответ от вас. Да. Но вот через несколько дней опять вопрос повторяется. Конечно. То есть, если вот анализируя все, что мы сказали раньше, надо как-то поставить его в такую ситуацию, чтобы он сам попытался, да, найти этот вопрос. Да. То есть мы не знаем, за многими вопросами скрываются какие-то другие переживания. Почему ребенок не хочет ходить в школу, ну, или в садик? Что-то, да, не нравится. Что-то не нравится. Ваня бьет, Ваня там отнимает машинку, или Маша дразнится, да, или училка такая плохая, ставит двойки, она ко мне плохо относится, да, там есть любимчики у нее, да. Почему мы должны выявить эти переживания? То есть, отвечая, мы укрепляем уверенность в ребенке в том, что он в нас нуждается. И он будет постоянно в вас нуждаться. То есть, задавая эти вопросы, и вы отвечая на них. Что нужно нам сделать? Научить ребенка размышлять. Какая вот практика? Что нужно делать? Какие шаги? Воздерживайтесь от ответа, то есть новая установка, когда ребенок может найти его сам. Особенно это касается подростков. Он должен уметь задавать вопросы людям, вот, значимым для него. Он редко спрашивает у родителей, да, и редко советуется с родителями. То есть он может спросить у учительницы, у какого-то своего старшего друга, там, или у продавца в магазине, или там, в аптеке, или где-то. И поощряйте его за это, что он может сам задать вопрос и найти на него ответ. То есть, понимаете? Угу. И в конце концов, здесь нужно, этим мы способствуем, что он воспитает в себе уважение к самому себе. То есть, ну, это самое главное. Да, когда он будет уважать себе личность. Спасибо большое. Сегодня было очень... замечательная беседа. Сейчас, уважаемые телезрители, вы на своих экранах можете увидеть телефон Ольги Алексеенко. Это психолог-психотерапевт, которая сегодня была у нас в гостях. Если у вас возникнут какие-то жизненные ситуации, вопросы, пожалуйста, звоните. Я думаю, Оля сможет как-то вам помочь, оказать психологическую, да, помощь. Оля, спасибо огромное. Очень много у меня позитивных эмоций от этого эфира. Думаю, что как-то через экран это передалось нашим телезрителям. Приходите к нам еще. Спасибо большое. Спасибо. І вам, шановні телеглядачі, величезне дякую за те, що протягом цих 26 хвилин ви були поруч з нами. На все добре.